Ну почему ты не прыгаешь с краю, кривой ты барандок? Вот нельзя, нельзя так прыгать. Я прыгнул в предыдущий прыжок специально, вот рассчитывая на этот, чтобы его идеально сделать. А нельзя так делать. Боже. Вот это было обидно. Не то, что прямо горит, но это было обидно. Не горит, потому что это я сфейлил, а не рандом. Обычно бывает. Двенадцать лет вов. Ничего себе. Ничего себе. 12 лет. Это как помню, в каком-то чатике обсуждали вов, и потом чел говорит, что там я играл в вов сколько там, ну больше 10, в общем, лет назад. И с тех пор играю. Типа, вот я задрот. Всему пишут, да типа, вов столько не существует. Я такой, ага. Я просто вспоминаю, как я видел его еще в интернет-кафе. Ух, черт возьми, как давно это было. Уже этого интернет-кафе нет. Лет 5, как минимум. А когда я в него ходил... Да-да-да, Сгухов, именно так. Ну ты говорю, у меня... Блин. Синдром спидрана какой-то. Я вот сложные трюки, да, я их натреню, я концентрируюсь там, когда пытаюсь их сделать. А вот на простые иногда вот не обратил внимания, что вот нельзя так делать. Просто вот нельзя. Вот буквально забыл на полсекунды, и все. Эранс фейлин. Еще в такой момент, блин. Ну, я как обычно. Ладно бы я просто там хпшку потерял или замедлился. Давай. Нет. Крикива не будет. Лол. Нарандомлено. Просто нарандомлено, серьезно. Вообще, я мог убить его еще быстрее, если бы не подвезло. 2004-го, ошалеть. Я даже сам в него как-то гонял несколько раз. Ну, на пиратках, разумеется. Потому что платить за подписку, это как-то, ну, фу. Я не знаю. Я на таких WoW Raid серваках играл. Ну, не больше 10, в общем. Обычно X5, X7 какие-нибудь. На циркле, ты, наверное, знаешь. Нормально себе игралось. Да, некоторые квесты не пахали, некоторые криво пахали. Господи. Фан я получал, получал. Там с людьми общался, какие-то гильдии создавали. Прикольно было. Там боссов всяких валить. Да, некоторые боссы забагованные, но от этого даже веселее было. Когда босс там вообще не убивается. Когда вот все люди знают, что делать, а он просто забагован. Просто дичайше. Было весело. Так иногда камбэкаюсь. А чё нет-то? Я сфейлю хороший паттерн. Вов на классике. Да, я много чего слышал о классике. Я, кстати, играл на Личе. Как по мне, это... Ну, я еще немножко на Burning Crusade. Но они там не настолько вроде как различаются. Не прям так сильно. И вот Лич я считаю самый лучший. Как это сказать? В Lineage это называется Хроники. А тут версия игры, наверное. Это называется. Ну, в общем, Лич. Ох,
уже дьёвол прыжки. Я там столько всего про эту классик слышал. Насчет некоторых историй там даже статейки отдельные писали. Что там босс какой-то был дичайший за богов. Его невозможно было, просто невозможно было убить. Его там какая-то топовая гильдия пыталась хер вот тучу раз убить, и так и не смогла. И никто не смог. Потому что его чисто теоретически нельзя было убить. Там у него скилл был какой-то баганый. Такой длинный коммент. Муха, только не багайся. Спасибо. Частенько, когда я там фейлю, муха начинает багаться. Да тут вообще момента нету прочитать такой коммент. Черт. Это, конечно, не какого-нибудь Бэтмена или Мегамена ранить. Все равно. Нормально. Восемнадцать часов в сутки на протяжении 5 лет. Ой, жесть какая. Вов умер после лича. О-о-о. Значит, я прав. Я даже пробовал играть вот после лича, я не помню, что там идет. Я уж даже название не помню. Как-то вообще не зашло. Там что-то было такое, что меня дичайше выбесило. В следующих этих версиях. Именно поэтому я остался на личе. Я точно помню, что там была проще прокачка, вот это точно. Причем настолько проще, что просто вот там... уже дэмдж-бусты непредвиденные. Ну, в общем, бесиво это. Быстрая прокачка. Слишком бесиво. Там можно было буквально за несколько дней себе на X1 выкачать персонажа, хер знает до какого уровня. Если задротить. Ну, это, в общем, бред был. А сейчас не допрыгнул. Ой, я поц. Ну, конечно, не допрыгнуть лучше, чем свалиться в пропасть. Блин, вот по таким мелочам понафейлил. Вроде ничего серьезного. А в итоге опять сейчас ПБ не поставлю. Божественный дэмэдж буст, который я опять же не планировал. Я обычно делал по-другому. Надо не думать, когда спидранишь, все. Отключил мозг. Просто отключил мозг. Работает память и мышцы, все. Давай, квик-килл, не подведи. Фух, научился, блин, просто научился. Да, что-то не похож этот ран на саб 10.30. Хотя вроде все более-менее так идет пока. Ну да ладно. Самое время больших комментов, ребят. Если вы понимаете, что я троллю.
Всё. Вот этот ран мне нравится. Хоть это не SAP 1030, но всё. Мне хватит этой игры.